людей, которые выиграли международные турниры. Я просто больше, чем других, а просто все выиграли международные турниры. А вот, к сожалению, попытка планирующей подачи пока дует ветер. 1-0. Эй, 2-0. Сейчас был Дмитрий Барсук, человек, который участвовал в нескольких олимпиадах. Он участвовал в нашем легендарном выступлении на олимпиаде, когда наши команды заняли 4-е и 5-е место на олимпиаде.